Вероника, можно вопрос? Простите, пожалуйста, можно вопрос? А вы готовы петь, например, учить английский и петь на английском для того, чтобы продвигать вашу музыку? Или только русский? Это, мне кажется, не тот метод. Конечно, не нужно. Это бессмысленно. Зачем? У нас есть свой язык, да, его, собственно, надо продвигать и популяризировать еще больше. Но если бы вам сказали, что если ваша песня на английском, ее будут ротировать по всему миру, вы бы согласились? Но вот я бы спела на русском. Спели бы на русском все-таки. Хорошо, тогда споете нам сегодня микрофон на русском. Микрофон в студии, Вероника в студии, премьера песни. Ой, страна родная, берега круты, да волнами угрожая. Ой, да не знает море, да где я, где ты. Месяцы, звезды на краю земли. Корабли в бухту заходили, корабли на краю земли. Там на краю земли за синим морем открывалась даль бесконечная. Так провожали меня туда. Передает ли телевизор, но здесь у всех мурашки. Мне кажется, можно слушать любую музыку и зрителям выбирать, но это очень красиво. Вероника Сыромля, победитель проекта «Голос уже не дети». Увидимся в четверг. Счастливо.